Всех приветствую, друзья, на связи Данки. Сейчас вы видели небольшой отрезок из боя, который я покажу вам в этом видео. Бой получился эпический, играли мы в 2 на 2 с моим сокланом Диванный Воин. Играли против игроков с одного клана, вот их карточки вывожу на экран. Профиля 90% винрейт у каждого из игроков, то есть бой обещает быть реально очень сложным и эпическим. Здесь мы использовали ягуары, дикобразы, стрекозы и самое такое интересное, левиафаны. И именно в этом бою первый раз за все время левиафан раскрылся прям в максимальной красоте. В общем, покажу, как все это было. В начале игры произвожу койотов в надежде, что у меня получится захватить большой контейнер. Ну, как обычно, у меня это не получается сделать. Сейчас отступаю назад. Тремя койотами включаю буст на общее восстановление, чтобы быстро их отремонтировать. Жду до заказ. Еще три койота подъехал. Подумал, что вот сейчас я на голд обороне ворвусь на большой контейнер. Перестреляю там всех 6 пехотинцев и заберу ресурсы себе. Но не тут-то было. Тут уже не 6 пехотинцев, а 15. И, соответственно, я несу большие потери по своим машинам. И начинаю отходить назад. Остается два койота. Все контейнеры подбирает мой оппонент. Да, он часть пехоты потерял, но я потерял больше. Ну, слава богу, я сильно не упарывался в игре на койоты и отстроил себе на базе 5 центров снабжения. Мой оппонент, точнее напарник, поставил тоже 5 центров снабжения и уже переходит в штаб 3 уровня. Ну, я решил бой особо не затягивать и попробовать зарашить зеленого игрока Грена Койота. Представления не имел, против кого мы играем, как они играют, какие у них винрейты. Поэтому всегда пробую в начале игры, так сказать, небольшой разведкой подпушить Грена Койота, мало ли получится затащить. Вот, используя массу. По идее, надо было отправить ее бы на сбор контейнеров по морю, но что-то как-то не вышло. Мой напарник отправляет мне в поддержку 3 стрекозы, тоже очень хорошая боевая единица, которая позволит уничтожать молты. В случае, если там будет много молтов, койот с ними не справится, а вот стрекозы очень сильно помогут. Ну и моя оса тоже хорошо комбинируется с стрекозами моего напарника, потому что если моя стрекоза будет находиться, точнее моя оса будет находиться со стрекозами рядом, включится туман, и все вертолеты в тумане, они будут получать меньше урона. Вот здесь я подлетаю, скидываю кислотную бомбу на пехоту, натравляю койотов на уже, так сказать, облитых кислотой пехотинцев, и стараюсь как можно быстрее всех уничтожить, пока эффект снижение брони, или, так сказать, увеличение урона не пропал. Мы почти убиваем всю пехоту, которая здесь была. Остается оса, уничтожается завод спецмашин. Оппонент сразу же ставит сверху два бункера. Гранатометчиков у меня нету. Чтобы уничтожить бункера, здесь я допустил такую серьезную ошибку. У меня было около 8 гранатометчиков, и я их отправил вместе с каретами убивать пехотинцев. Соответственно, я всю свою пехоту потерял, и вот здесь вот мог бы попробовать уничтожить строящиеся бункера и продолжить давить базу под заказом моего напарника. Он, кстати, тоже уже в осу выше. Вот. Оса активно помогает, уничтожает молоты. У нее урон уже довольно неплохой. Скорострельность тоже высокая. Ну вот смотрите, какой урон она по дельте успела нанести с 2-3 залпов. Дальше уже подключаются остальные юниты. Вот. И пытаемся додавить, по идее бы, ну... Не сильно старались, потому что я уже перешел в штаб 3 уровня. И апусь я завод до ягуаров. Может быть, если бы я делал мощный заказ своим напарником, то мы пробили бы зеленого сейчас в этом моменте. Ну и цель на самом деле такой не ставили. Кстати, смотрите, герой, гранатометчик, последней ракетой успевает уничтожить строй-двор. Да, он еще, кстати, чуть-чуть пожить успел. Ну, в итоге, конечно, его убивают. Но он прикрывал отступление моей основной группировки койотов. Главное их сохранить, чтобы в дальнейшем сражаться против пехотинцев противника. И у нас осталось в строю оса. То есть мы так нормально затормозили развитие зеленого игрока. За то, что он захватил большой контейнер, мы вот так вот ему отомстили. Мой напарник производит опять масс вертолеты, плюс оса. Есть разведка в виде каймана, в викинге или Посейдоне. Конфедераты не собираются выходить, зеленый вообще отказался от моря. Вот я захватываю большой контейнер. Меня прикрывает мой напарник. Тут, видимо, разведчики прибежали, подумали, что могут захватить что-то. Но нет, здесь они ничего не заберут. Разведчик циклон уничтожается с помощью вертолетов. И мы видим, что синий игрок, он активно использует циклоны. Да, в мете теперь даже на низких рангах. Точнее, я бы сказал, именно на низких рангах. Очень активно могут использоваться вертолеты. Особенно циклоны. За счет их новой механики стрейф. То есть
отходить назад могут и вести огонь по противнику. Зеленый вышел в вертексы. Для нас проблема, потому что дикобразов здесь только две штуки у меня. Они пытаются отстрелить вертексы, но урон у них очень-очень слабый. Не знаю, здесь зеленому игроку стоило, наверное, сконцентрироваться на уничтожении моих вертексов, то есть вертексов, моих дикобразов, потому что они уничтожают сейчас вертолеты. Вот, я вручную пытаюсь навестись на вертексы, чтобы дикобразы по ним постоянно стреляли, но они все равно переключаются иногда на вертолеты. Вот, и как видим, два вертекса летают, уничтожают кучу вертолетов. Вот, дикобразы просто катаются, толком пострелять по ним не могут. Синий игрок отправляет себе же армию на помощь, потому что у него тут, получается, тяжелые штурмаки плюс Зевса. Ушли на защиту зеленой базы, когда мы так нормально пробили. Вот, а сейчас он возвращает всю эту армию, чтобы отбить нашу атаку. Ну, он в итоге отбивает, потом еще пытался что-то с Зевсом, Ягуаром сделать, что-то путаюсь. В этом видео очень много. Вот. Ну и как бы отступаем назад. Вертексы в количестве трех штук налетели на нашу армию. Стараемся быстро сбить воздушные средства, которые наносят нам урон. Вроде как и два вертекса сбили. Ну и отходим обратно на центр холма. С этой позиции можно, если что, быстро перемещаться вправо-влево, дабы помочь напарнику или попробовать провести внезапную атаку на нашего другого оппонента. Вот. Что, в принципе, я и решил сделать. Отправляю всю армию вот в эту часть карты. Вот. И хочу неожиданно напасть, потому что синие с зеленым сейчас армию свою налево передвигали. Вот. А я тем временем могу неожиданно напасть с этой стороны. Воспользовался тем моментом, что у них нету разведчиков. Мой напарник сделал аллигатора. Есть дикобраза, есть стрекозы, и он пытается пробить базу со стороны моря. Вот. Ну, у него не очень хорошо получается, потому что там вертексы, они очень эффективно справляются с его аллигатором. Начинает выпиливать дикобраза зеленый игрок. Ну, и напарник просто отступает. В этот момент я атакую базу зеленого игрока. Здесь я рассчитывал, что быстро разложусь и уничтожу противнику штаб. Но тут на встрече оказались два завода спецмашин. Ехать через них до штаба, я подумал, тут уже нельзя так делать. Поэтому решил просто принять бой уже как есть, отступать смысла нету. Слишком быстро вернулся на базу зеленый игрок, и я чуть-чуть не рассчитал. В итоге отступать смысла уже нету. Лучше уж вступить в бой, постараться уничтожить как можно больше юнитов. Синий игрок отправляет склон на помощь, дабы помочь своему товарищу в очередной раз отбиться. То зеленым вертексом помогает отбиваться от красного, то синий прилетает на помощь к зеленому. В общем, видно, что игроки очень опытные, помогают друг другу постоянно. И это большой-большой плюс. Здесь кое-как вроде отбивается зеленый игрок, два молота остается. Вот, циклоны есть оппонент. Ну а в целом-то база пробита, казалось бы. Просто чуть не хватило ягуар, чтобы пробить молоты. От производства гранатометчиков я отказался, потому что там циклонов огромные пачки летают, они их сожрут очень быстро, тебе даже урона не успеют нанести. Вот. Поэтому стараюсь перейти в масс-производство ягуара, для этого перехожу в штаб 4 уровня. Вот. Здесь видим тайфуны, их можно уничтожить, чтобы наши вертолеты могли более эффективно сражаться с циклонами. Они же тоже урон неплохой вносят. Вот один тайфун уничтожается, гранатометчики моего напарника уничтожают Зевса. Бустов золотых на атаку любую у меня нет, поэтому использовал красный. И те, кстати, в этом бою у меня закончились уже там. Пришлось использовать иногда даже золотую оборону. Потому что золотой обороны еще много бустов, а вот всего остального нет. Вот. И мы тут врываемся. Пытается отстроить оппонент ракетную установку бункер. Помешать будем пытаться ему это сделать. Я пулеметом фокусируюсь на уничтожении ракетки, потому что она может представлять нам большую угрозу. Вот. Ну и видим, как тут авиация летает. От синего вертолета, от зеленого вертекса. И они очень долго летают над нашими дикобразами. Их, казалось бы, очень много, но все равно без разницы. На отходе уничтожаем еще один бункер. Зеленый живет, отстраивает новое оборонительное сооружение, казармы. Вот мой напарник захватывает большой контейнер с этой стороны. Ну, мы отходим назад. Здесь еще пытаюсь сражаться со своим оппонентом, но ничего не получается. В итоге нас вообще гонят ко мне на базу. Вот, мой напарник это видит, перетягивает всю свою армию сразу же ко мне, чтобы отбиваться. Тут заблудший Зевс уничтожается. Заблудился он, решил повоевать с нами. Вот, и готовимся к продолжению атаки, потому что у зеленого все
крайне печально. Тут на самом деле в этом бою зеленый будет страдать еще очень долго. Я вообще не представляю, наверное, как напрягало зеленого игрока то, что его бесконечно атакуют. И у него вот чуть-чуть армия остается, он накапливает, ну, еле-еле отбивается, и опять атака идет, и опять атака идет, и опять атака идет, и опять атака идет. В общем, у него тут прям, наверное, пукан подгорел. Вот. Ну, дикий моего напарника справляется вроде как с циклонами, у меня дикий не фуловый, у него 11 ранга прокачки. То есть в целом, как видим, не фуловые дикобразы на 13 ранге нормально сражаются с циклонами. Вот. Надо еще подкачать, и вообще будет замечательно. Вот, и с помощью ягуаров я тут пытаюсь продавить зеленого игрока, там бункера отстреливаются, аж ягуары даже не достреливают. Ну, это потому, что у меня золотых атак нет, так бы я тоже отстрелял в ответ. Вот, вижу, что синий игрок отправляет свои зевсы на помощь своему товарищу. Вот с этой стороны разведка циклоном, смотрят, чем занимается. Вот, и я говорю своему напарнику, что я выдвигаюсь в эту точку. Нам сейчас надо принять синего игрока на мосту этом, чтобы в дальнейшем было проще уничтожать его дозаказ. Сейчас мы его быстро уничтожим, и у нас дозаказ накопится, копится, копится, и в итоге мы сможем пробить его оппонента. Используя принудительный огонь, чтобы стрелять на пол клетки дальше, стреляем до зевсов, иначе зевсы по нам стреляют, мы в ответ вообще ничего сделать не можем. Ну, что делать, золотых бустов нет, выживаем как можем, все-таки аккаунт без доната. Я мог сейчас, на самом деле, использовать золотые бусты, у меня порядка 400 голды сейчас есть на аккаунте. Это мог в бою докупать золото, ну блин. Это ПВП. То есть, ну да, 2 на 2 за победу дают не 100 очков войны, а 300. Но все равно это... Ну, не можете игрок без доната позволить голдить в ПВП бою на принципиальную победу. Я посчитал, что в целом у нас тут и так все получается. Поэтому мы можем и обойтись красными бустами, попробовать допродавить таким образом. Вылетают звено вертексов. 4 истребителя. Пытаются они выбить мои ягуары. Я специально двигаюсь в сторону движения истребителей, чтобы вертексам было сложнее зайти на цель для ее уничтожения. Вот. Это вроде как помогает. Пару залпов я не получил. И вот сейчас раскладываюсь, чтобы принять технику моего оппонента. Он тут уже произвел прям много зевсов на золотом производстве, скорее всего. Старался сделать как можно больше техники, пока мы ему дали передышку пару минут. Пока уничтожали синюю атаку слева, вот. Ну и гранатометчики моего напарника, плюс мои ягуары, они уничтожают здесь все зевсы. Циклоны залетели, тоже были уничтожены в итоге. Вот. Ну и остается аккуратненько, аккуратненько зайти на холм к нашему оппоненту и пробить его базу. Но не все так просто. Казалось бы, 24 минуты, через 2 минуты победа, и на этом все. Давайте, наверное, как сделаем. Отдаление камеры, примерно вот так вот, и включим, наверное, X5. Как дальше продолжался у нас бой? Просто тут, ну, видите, синий давит, красный прикрывает, пока я пытаюсь пробить зеленого сам как-то там с помощью ягуаров. Как видим, постоянные потери. У меня ягуары вообще в какой-то момент резко закончились, потому что я перешел в производство Левиафана. Вот, и здесь уже видно, что... Вроде как мы начинаем тащить, потому что ягуаров моих становится все больше и больше, плюс дикобразы, плюс гранатометчики, у синего вся армия была уничтожена. Вот вроде как мы уже начали пробивать базу. Давайте, наверное, вернемся обратно чуть поближе к армии, чтобы видно, что это было. Вот, ну и пробиваем эту базу, вроде бы как, да? Все у нас успешно, там уже летит где-то Левиафан у меня. Где-то Левиафан, вот, он только вылетел с завода. Я сейчас, ну, в Левика выйду и эту всю базу раскромсаем. Но не тут-то было, сейчас вы видите. Ягуаров просто не хватает, да, был бы больше гранатометчиков, можно было бы как-то более быстро уничтожить базу. Но двумя ягуарами ты быстро базу не уничтожишь, из-за этого у зеленого игрока появляется время, чтобы произвести где-то там в тылу много юнитов и построить оборонительные сооружения. Вот, говорит мне мой напарник, что выдвигайся, добивай зеленую базу, я типа тебя прикрою, пока держу синего на мосту. Ну, я подумал, ну ладно, хотел как лучше помочь, чтобы у него минимальные потери были. В итоге он просит, что я типа тут сам справлюсь, ты главное там зеленую добей. Ну, я начинаю перенаправлять ягуара на добивание зеленой базы. Ягуары клепаются через два завода. И вот появляется Левиафан. Вступает он в бой, здесь, наверное, помедленнее уже можно смотреть, как он ломает кабины наших оппонентов.
Вот немного он попал под тайфун, хп мало у него осталось. Ну, процентов 40 ему сняли. Вот с этой стороны бункера убивают мне ягуары неожиданно. Вот, я хотел отправить ягуаров здесь уничтожить тайфуны, чтобы, так сказать, мой напарник смог перейти мост и перейти уже к уничтожению синей базы. Вот, я сейчас отступил назад, потому что решил, что мне нужно прикрытие Левиафана. Там противник в тылу постоянно делал дозаказ молотов, и меня вот смутило, что он сейчас может молотов отправить, уничтожить мне быстро ягуары, и как бы... Один ягуар производится у меня очень долго. Через два завода, пока я сделал новую армию ягуаров, тут уже будет готова опять крупная оборона. Вот здесь я подумал, что мой оппонент молотами решил выдвинуться в атаку, поэтому запускаю ядерную ракету, но, к сожалению, она была здесь не нужна. Урон у ядерной ракеты небольшой по зданиям пуловым, тем более там, наверное, будет оборона была. Левиафан первого класса. Вот, сейчас использую уже синюю атаку для добивания зданий. Вот, ну, я думаю, ну, что тут бункера, ничего серьезного. Использую, например, огонь ягуаров, чтобы уничтожить, достать до бункеров. Вот. И сейчас думаю, блин, что делать, что делать. Наверное, отправлю Левиафана вперед. Вижу, там строится стационарный ПВО. Понимаю, что если я их сейчас не уничтожу, то дальше Левиафаном я, скорее всего, играть пушить не смогу. Поэтому решил танкануть. Ну, тут, оказывается, три бункера сбривают моего Левиафана прям как-то мгновенно. И очень удивительно для меня было, что я так быстро потерял свою летучую крепость. Но не волнуйтесь, это еще ничего страшного. В дальнейшем он себя окупит после повторного производства. Просто такую ошибку не допускайте. Бункера там очень хорошие прокачки были у зеленого игрока. Из-за этого, ну, я допустил ошибку, не стоило вот так делать, как сделал я. Вот с этой стороны синий подкопил армию, сделал огнеметчиков и пошел давить моего напарника. Напарника гранатометчики начинают резко сжигаться, дикобразы не справляются с быстрым уничтожением огнеметчиков. И моего напарника начинает выдавливать отсюда, неожиданно. А я допробить зеленую базу еще не могу. У меня ягуары еле живые, я сейчас их потихонечку, по клеточке за клеточкой пытаюсь пододвигать ближе к базе зеленого игрока. Но он там так забункерился и построил столько ракетных установок, что сходу взять и пробить его крайне трудно. Ягуары очень быстро лопаются при малейшей ошибке. Вот решил потихонечку, пока давить дальше там заводы уничтожать. Вроде как мой товарищ, диванный воин, справился, уничтожил почти всю пехоту синего игрока, остается 3 голых Зевса, это не страшно, если что, у меня ягуары есть, вот, и, наверное, я опять ускорю это видео, еще мы долго здесь будем играть, долго допробивать зеленую базу, вот представьте, что вы зеленый игрок, что у вас уже 33 минуты безостановочно убивают, вы пытаетесь отстроиться, чуть-чуть не хватает, чтобы отбиться, и вас опять пробивают, опять откидывают, и сделать ничего не можете, у вас уже даже штаба нету. Отбивайтесь за счет того, что есть ракетки, электроэнергия, и добывается ресурсы потихонечку. Вот в этом моменте неожиданно все же вот эти три Зевса пробились наверх и уничтожили всех дикобразов моего напарника, все мои ягуары и что-то как-то... Я такой, блин, что произошло? Вроде бы уже базу добивали зеленого, а теперь мы отступаем назад. Он сейчас использует золотую реконструкцию штаба, восстанавливает себе 6 зданий, если он до этого их не восстановил. И опять фуловая база готовая защищаться. Такой, блин, что делать-то? Без хамелеона трудно играть. Ну, есть альтернатива теперь у сопротивления. Это Левиафан за счет своей ядерной ракеты. Он может наносить серьезный удар по юнитам противника. И после этого можно пробовать добивать ягуары. Вот. Ну и потихонечку скапливаем новую армию. Гранатометчиков много у моего товарища, он тоже вышел в Левиафана, он у него вот уже летит на помощь ко мне. Вот, и сейчас будет, наверное, самая такая эпичная фаза, где мы применяем аж два Левиафана сразу. Вот, подвигаю ягуара ближе, запускаю ядерную ракету по ракетной установке бункеру, чтобы как можно быстрее уничтожить все, что там есть. Не знаю, может, я неправильно применил свое супероружие, но в целом я зато... быстро справился с бункерами, которые были на передней линии. И теперь у меня Левиафан может более-менее как-то летать по окраине вот этого возвышенности, чтобы уничтожать грады, уничтожать ракетные установки. Ягуар отступает назад. С этой стороны товарищ дерется с синим игроком. Тут прям большая армия. Левиафан в три орудия начинает стрелять по ракетным установкам. По градам уничтожает там несколько юнитов.
Вот, а мой напарник отходит назад под прикрытие Левиафана. Я с этой стороны вижу, что вроде как можно врываться на зеленую базу. Там зевсов нету. Градов пару было, но это не страшно. Вот здесь Левиафан уже моего напарника давит. Вот, включаю красную атаку на технику. Врываюсь вперед, а тут, оказывается, 4 града плюс 2 бункера, и что-то как-то я повредил очень сильно себе все ягуары, решил, ладно, если я остановлюсь, то, скорее всего, меня тут уже расстреляют. Потому что там, видите, сколько гранатометчиков и зевсов бежит на защиту товарищей. И я принимаю решение, что стоять нельзя, надо хотя бы попробовать уничтожить ПВО стационарное. Возможно, еще ракетную установку, чтобы в дальнейшем было проще летать, кататься, ну и в целом. Проще будет добить базу наших оппонентов, потому что мы уже что-то затянули с этим совсем долго. Вот, применяется ядерная ракета Левиафана от моего товарища. Вылетает ракета, бомба. Смотрите, какой у него урон. У меня Левиафан не так сильно сшибает хп Зевса. А тут он в упор подошел и прям так. Даже Зевсы, которые стояли в центре взрыва, почти были полностью уничтожены. Вот здесь Левиафан вступает сражение с зданием зеленого игрока. Там еще оса на помощь идет, она тут до этого контейнер большой захватывала. Вот, и тут получается Левиафан, есть ядерная ракета. Вот тяжелые штурмовики и конфедерации, они умеют стрелять по Левиафану. И есть угроза того, что он меня будет сейчас сбит. Поэтому я вступаю назад. Осу отправил вперед, чтобы она включила свою пассивную способность, туман зеленый. Этот туман снижает точность стрельбы по юнитам самоладящимся ракетами на 75% вроде. Вот, и я променяю свою ядерную ракету. Бабах. Минус электростанция, центр снабжения. Мгновенно, в целом, неплохо. Активнее, точнее, лучше всего использовать Левиафана именно против масс-юнитов. Масс-пехоты или масс-девсы, то, что кучкуются достаточно близко друг к другу. Но против таких одиночных целей Левиафан лучше поберечь ядерную ракету до какого-то более ответственного момента. Вот. Ну и в целом мы видим, что Левиафан моего напарника справился с пехотой синего игрока и уже перешел сам в атаку по левой части. Вот я отправляю ягуаров в рыв, так сказать. Хочу занять вот эту позицию, уничтожить здесь ПВО, чтобы дальше Левиафан мог летать и уничтожать базу нашего оппонента. И по сути, на этом бой завершается. Потому что здесь они сдались. Мы решили просто базу добить, получить от этого удовольствие, так сказать. Хотя, вроде, кстати, еще играет синий игрок. Ну, может, он чуть позже сдался. Вот. Но зеленый полностью уже перестал сопротивляться. Понимаю, у него просто экономики не было. Вот. Сейчас я покажу тот самый момент, как быстро уничтожают Левиафаны базу. Сейчас мы перемотаем до момента, где рвали фаны будут вместе. Сейчас. Долетит. Вот мой напарник уже приступил к разбору базы синего игрока. Вот мой Левиафан летит. И это просто, не знаю, два Левиафана, это сколько получается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 12 стволов, которые стреляют по всему. Ну, считается, наверное, не 12 стволов, а 6. 6 турелей, и у каждой турели по 2 ствола. То есть 12 стволов. Вот. Применяю свою активку, ядерную ракету кидаю между зданий. Но в целом, учитывая, если у них флоу из здания половину хп снесли, то довольно неплохо. Не знаю, против стоковых зданий, как силен будет Левиафан. Скорее всего, довольно силен, потому что бота он убивает. Вот. Но против игроков здания он не так легко уничтожает. Вот. Ну и красота-то какая. Левиафаны стреляют, уничтожают базу наших оппонентов. Смотришь на это и получаешь удовольствие. Бой получился классный, довольно сложный. Мне вот реально понравилось, как зеленый до конца пытался держать оборону, защищался. Вот, на самом деле, если мы где-то чуть-чуть расслабились, то они бы задефались и, скорее всего, даже смогли результативно контратаковать нас. Ну и остается несколько зданий. Тут сейчас последняя ядерка будет от моего товарища. Я такой, ой, я сейчас под ядерную ракету, кажется, попаду. Отхожу назад. И в целом, кстати, ну, по союзному Левиафану урон снижен на 50%. Вообще, если бить союзника, то на 50% урон снижен. Поэтому он немного мне хп снял своей ядерной ракетой. Вот, ну и
Все вроде. Так вот, у нас был бой. Еще раз покажу карточки профилей наших оппонентов. 90% минрейт. И еще один игрок. Тоже 90% минрейт. Медалисты. Такие вот противники. Медалисты победили. Причем не фулл голда, а на красных, там, на синьки даже иногда. Да, и золотые были, но сам факт. Успехи какие-то есть. По скирмишу пока что. Пока что. Не на карте. Блин, можно на восьмом месте. Постепенно скидывает. Ну, мне, честно говоря, кажется, не останусь я в рейтинге. Остается еще почти 4 дня. Мы уже на восьмой позиции. Вероятность того, что я здесь останусь, крайне-крайне низкая. Ладно, благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал. И желаю всем удачи. You casting on